Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я зашел на самый первый мой аккаунт в стендоффе. Вы просто будете в шоке, потому что я уже знаю, что видео, и я скажу так, мало не покажется. Поэтому, ребята, присядьте поудобнее и поехали. И, ребята, я вас прошу очень-очень сильно, пожалуйста, прямо в эту секунду влепите огромный лайк и подпишитесь на мой канал, и будьте красавчиками. И напишите любой хороший положительный комментарий. Поехали. Давайте я расскажу небольшую предысторию, как я вообще вспомнил про этот аккаунт. А я когда просто взял и вспомнил, просто сижу и такой думаю, слушай, так у меня же был еще один аккаунт, в котором я только начинал играть в Stand Up 2. Я думаю, зайду-ка на этот аккаунт. И я захожу и вижу кучу-кучу всего. Короче, ребята, вы еще тоже будете в шоке точно так же, как и я, потому что я на этом аккаунте не был очень-очень давно, и это мой самый первый аккаунт, про который я вообще забыл и только недавно о нем вспомнил. Поехали смотреть. Опа, а вот я и на том самом аккаунте, это мой самый первый аккаунт по стендоффу. Мне очень интересно посмотреть, что же тут и как, потому что я на этот аккаунт не заходил очень-очень давно, и я просто хочу взглянуть, что же поменялось. Первое, на что я прошу обратить внимание, это ID на пятерочке, чтобы понимали. Если вы сейчас обратите внимание, то у многих игроков ID начинается на десятку. То я уверен, даже среди вас, моих подписчиков, моих зрителей, у много кого ID начинается на десятку. Это, ребята, самое-самое первое, что я заметил. Теперь давайте смотреть профиль. То есть я еще раз повторюсь, это мой самый первый аккаунт, поэтому скорее всего тут будет плохая стата. Нажимаем и смотрим. За сезон номер 3 все по нулям, потому что, ребята, в сезон номер 3 я вообще ни разу ни в что не играл. Союзники тоже все по нулям. Так, сезон номер 2. О, а в сезоне номер 2 играл, у меня даже был лучший ранг, это рейнджер. Но при этом КД у меня очень плохой, потому что КД всего лишь 0.93. К сожалению, ребята, это очень плохо. Блин, ребята, я вот подумал, у меня и сейчас лучший ранг, это рейнджер. Получается, я что раньше играл, что сейчас на одном уровне? Блин, ну это обидно. Так, теперь давайте посмотрим сезон номер 1. А там вообще было звание элита. Получается, раньше играл лучше, чем сейчас. Ну просто капец. Да если бы я знал, я бы вообще бы закончил мою карьеру на пике, на элите. Ну ладно, ребят, мы все прекрасно понимаем, что звание ничего не решает. Вы все знаете, что я на опыте и на скилле. Так, ну что, ребят, теперь давайте смотреть мой клан. Я чуть не понимаю только одного. Какого лешего я попал в этот клан? Это что? Это кто? Кто эти 4 люди? И что это за аватарка у клана-то такая? Ребят, блин, честно говоря, немножко стыдно. Так, ну что же, а теперь давайте почитаем мои личные сообщения. Потому что, ребята, ну я тут не был точно пару лет на этом аккаунте 100%. Давайте читаем личные сообщения. Дай голды, пыжи! Ну, в принципе, ребят, ничего не поменялось. Что раньше просят голду, что сейчас всегда. Чел, помоги с голдой, если не сложно. Ты бот. Вот я вот не понимаю, что раньше меня называли, а потом что сейчас. Алло, братишка, я, конечно, понимаю, но на этом аккаунте у меня лучший ранг элита, поэтому, брат, ты трижды подумай перед тем, как назвать батом. Привет, Кент ПК, как дела? Брат, пока не родила, как ражу скажу. Добавьте, пожалуйста, в друзья. И я смотрел все ваши видео. И дуэль с Тиктаком, и дуэль с Обоином. Добавьте, пожалуйста, в друзья. Привет, 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 Кент, ты рит, Кент. А, он хотел, наверное, написать Кент, ты рил, Кент. Ну, короче, ребят, сообщение как обычно. Дай голды, привет, Кент, купи скин, ну и так далее. В принципе, все как обычно, по дефолту. Друзей на этом аккаунте у меня тоже лимит. Я вообще не помню, когда я играл на этом аккаунте, что я уже успел заполнить лимит. 300 за друзья, 300 друзей. Ну, короче, очень-очень активный аккаунт. Но я вообще не помню, когда я последний раз на нем играл. Но теперь самое-самое главное. Мы переходим в инвентарь. Надеюсь, вы все готовы. Давайте. 1, 2, 3 и... Вау, 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 47 тысяч голды, вы серьезно? Вы серьезно? Я не верю. 47 тысяч голды, тише, я протру свои глаза. Да я богат. То есть на основном аккаунте у меня 240 тысяч голды. И на этом 47 тысяч голды, мать моя женщина. Я просто богат. Посмотрите, как много Хэллоуин стикер-паков. Как много Хэллоуин чаропаков. Как много всего. Я просто не верю. Это серьезно? Рейнбоу стикер-паки, посмотрите, как же их много. И самое-самое интересное, то что мы еще даже не дошли до аркан. Так, ребята, листаем самый-самый низ. Статрек Т9 Фэбл. У меня даже на основном аккаунте нету статрека Т9 Фэбл. А тут есть. Тут есть реально абсолютно все скины. Ну, давайте проверим, сколько у меня легендарок. Блин, да мне легендарок почти хватает на крафт. Почти, а знаете что? А давайте-ка мы прямо сейчас ради контента бахнем с вами крафтецки. Я еще докуплю 2 скина с Origin коллекции. И чисто, ребята, зашел на аккаунт и сделал крафт, будет видео называться. Ха-ха, да ладно, шучу, сейчас делаем. Просто покупаем скин раз, покупаем скин 2, и теперь вперед делать крафт. Давайте, 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 давайте. Ахалай, махалай, Дед Мороз, давай нам, пожалуйста, КРТХ. Блин, почему? Если КРТХ выпадет, это будет просто моя любимая рубрика.
все просерили. Ну ладно, ребят, не расстраиваемся, погнали дальше смотреть, потому что там еще впереди куча-куча аркан. Кстати, ребята, я вот подумал, а если мне продать все эти чармпаки, посмотрите, насколько же у меня их много. То есть мы сейчас заходим, ребят, на рынок. Они стоят 643 голды, вы серьезно, их кто-то бустит? Ё-моё, ребят, давайте просто, пока есть возможность немножко подзаработать, ребята, я бы их продал. Ну а чё бы нет, ну конечно, я, конечно, все понимаю, ребят, но я хочу много-много голды. Поэтому, ребят, просто посмотрите, как же у меня их много. Я их могу продать и заработать еще, наверное, 1010 голды. Это было бы очень-очень круто. Поэтому, ребята, прожмите лайк и подпишитесь, если хотите, чтобы у вас были точно такие же заброшенные аккаунты, как у меня. Ну а мы продолжаем дальше смотреть инвентарь. Ну что же, мы видим то, что у меня очень много разных эпиков, но эпики нас не интересуют, ребят. Мы спускаемся в самый-самый низ. У нас пошли наклейки. Так, наклейки это тоже круто, но они реально стоят копейки. То есть, по сути, все эти наклеечки, ну, 100, ну окей, ну 200, ну даже 300 голды, ребят. Ну что нам 300 голды-то? Что? Что? Я богат! Фуроскейсики! Йоу, сколько ножей! Посмотрите, раз, два, три! Посмотрите, как же много фуриус-кейсичков. Давайте, ребята, прямо сейчас что-то со всем этим сделаем. Посмотрите, P90 самурай, обычный P90, АКР Dragon, G2 званый статрек. Сколько он стоит? Я просто в шоке, ребята. 2800 голды. Ой-ой-ой-ой, ребята, моя хата с краю, и я хотел бы продать, хотя нет. А зачем мне продавать G2 званый статрек? Давайте-ка я лучше перекину его на мой... Давайте-ка я лучше этот G2 званый статрек перекину на мой основной аккаунт. Да, я его продавать пока что не буду. Я его перекину на мой основной аккаунт. И буду там играть с крутым G2 званый статреком. Блин, ребята, как же много всего. Просто посмотрите на все эти скины. Я в шоке. Я не верю в то, что все это мое. Просто посмотрите. Как же это классно и как же все это дорого выглядит. Я просто в шоке. Ребята, ну согласитесь, это видео будет слишком скучным, если я не открою фуриус кейсички или не открою хэллоу инстикер паки. Я вам скажу только одно, то есть я прям сейчас сделал открытие на вот это сейчас будет 700 голды. С вас просто лайк и подписка. Так, ребят, давайте, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Ахалай-махалай, аркану нам давай, и мне выпадает-то. Метла, 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 я люблю метлу, сколько она стоит, ребят, хочу проверить. Надеюсь, дорого, пожалуйста, лишь бы там 2 или 3 тысячи. Чего, 67 голды? Не, ребята, отстой, отстой. Так, короче, с хэллоуинскими паками нам не повезло, а давайте-ка мы фуриус кейсички откроем. Вот это, ребята, уже интересно. Так, дело бустецкий. Блин, как же я давно скучал по фуриус кейсичкам, как же давно их не видел. Понимаете, ну реально хочу открыть, просто открываю. И мне выпадает. Как же вы думаете, что? Керамбит? Не, ну, кстати, почти керамбит. Это было близко. Фамас бегал эпик. Но, ребята, мы не сдаемся, потому что вы посмотрите, как же у меня их много. Я их могу продать, я их могу открыть, я могу делать все, что угодно. У меня даже есть еще какая-то медалька, я только что заметил. Медаль New Year 21 Silver Анкамонка. Давайте мы ее применим, применим. И погнали дальше открывать очередной фуриус кейсичек. Вы готовы? Конечно, вы готовы. Поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Desert Eagle Red Dragon. Понял, принял. Ну, к сожалению, это не то, что я хотел. Так, ребят, ну чё, а сейчас-то мы обратно идем транжирить голду. Понимаете? Уже это видео мне обошлось примерно в 2000 голды. Сейчас еще пару кейсичек открою, реально будет 2000 голды. Просто одно видео. С вас просто лайк, подписка, не знаю, так. Пожалуйста, великий паук, если ты меня слышишь, выпади, я тебя люблю. Я никогда в жизни не буду пауков бить. Я их буду любить и обнимать. Паук, пожалуйста, родненький. Хочу паука. Паук, 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 паук. Нет, 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 тохни этот чарм. Это самый дешманский, самый бесполезный, самый некрасивый и самый... Самый, не самый, блин, самый страшный чарм. Так, сколько он стоит? И он стоит, ребята, как вы думаете? Ну, я думаю, наверное... 44 голды, как так дешево можно стоить? Ну мне прям реально аж обидно. Давайте лучше дальше фуриус кейсички, ребята. С ними как-то, знаете, попроще, они какие-то более везучие, что ли. Я хочу керамбит! Керамбит, 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 керамбит. Говорю, кому такое заклинание, керамбит! Опять фамас сбил. Не, ну вы прикалываетесь. А, импизарь 5 шарк, еще лучше. Так, ребята, они меня разозлили. Я иду дальше тратить много-много голды. Еще один фуриус кейсичек. Так, пацаны, прямо сейчас просто думаем, как я играю с этим керамбитиком, как я его перекидываю на мой основной аккаунт. Хэштег керамбит в комментарии. Поехали! Ой-ой-ой, как же много аркан полетел, как много аркан, как много аркан, и мне выпадает! Yes! Yes, yes, yes!
моя любимая рарка, есть! Ну если серьезно, то дерьмо. Я как-то даже не обратил внимания, но у меня, ребята, есть удаленные боксы. То есть сейчас эти боксы никак нельзя получить, кроме того, как за удачу. Фуриас боксы. Ну что, ребят, погнали. Я, конечно, понимаю, что Фуриас боксы это просто трындец. Если получается, если обычные кисечки нас скамят, да, то Фуриас боксы будут скамить прям по полной программе. Но тем не менее, давайте попробуем. А вдруг сегодня удача будет на нашей стороне? А вдруг нам прямо сейчас повезет? Вы это дешево? Второй раз подряд, G2-2 паттерн. Да сами вы паттерны сраные. Блин, нужно давайте вот сурайвл боксика. Ребят, хоть кому-то раз, хоть раз в жизни, хоть где-то в мире выпадала аркана с бокса. Потому что, ребята, я не могу даже с кейсика открыть, а тут бокс. Тут вообще Unreal. Ну что, ребят, пожалуйста, хочу аркану. Ну хоть что-то, ну хотя бы раз в жизни. Эпик, обалдеть. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был ваш Кента ПК. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на мой второй канал, Кен Шорт, ссылка в описании. Всех обнял, приподнял, с вами Кентуха. Всем удачи и всем пока.